Нашу країну торкнулась війна. Буремні події на Сході змінили кожного з нас, і нам довелось пережити те, що не побажаєш навіть тому сусіду, який це все на наших землях влаштував. Я перше слышу такі взриви. Один, второй, третій взрив, а потім як шарахне. Сердечным, да не взираю к тебе, матерь немущую молитву, ку из тебе родшемуся, тябу поюся честная, успи страсти моей души. Господи, упокой младенца, напиши в книге спасаемых, яко человека любит щедрит твоего младенца. Царство небесное, вечный покой, подать Господь новопреставленному младенцу Артемию. Вот и, конечно, нет слов, чтобы как-то утешить близких родителей от такой потери. Я постою вот. Я постою с ним. Пока еще держимся, живем, как видите. Во, Владимир, Бобрышев Владимир Викторович. 18 числа, 8 часов утра, 8-10 примерно. Я под артобстрелом этими бежал. Я вот в чем есть сейчас, только куртка на мне другая, это мне ребята привезли. А так в чем я был, я остался. У меня у самого еще осколок был. Сьогодні Слов'янськ каже «ні» терору. Сьогодні Слов'янськ каже «так» миру та єдності.